Self-denial. Может заниматься самоотречением, отрекаться от самого себя. Let me go back to the persecutor. Вернемся ненадолго к преследователю. Internally, the negative persecutor. Если мы возьмем отрицательного, негативного преследователя. Is self-defeating. То он защищает себя. And the positive side of the inner aggressor. А положительная сторона агрессора, преследователя, is self-empowerment. Это самоподкрепление, придание себе силы. Okay, the negative side of the internal rescuer. Негативная сторона внутреннего спасателя. Is self-denial. Это самоотречение, отказ от себя. Or self-delusion. Или самообман, можно сказать. Or you pretend you're not in the game, or you don't have any. Или вы притворяетесь, что вы не в игре, и притворяетесь, что у вас нет никаких проблем. Now the positive rescuer internally. Положительный внутренний спасатель. Is self-love. Это любовь к себе. The negative victim internally. Негативная жертва внутренняя. Is self-pity. Это жалость к себе. And the positive victim energy. А положительная энергия жертвы. Is self-acceptance. Это принятие себя. Okay, so now I've gotten the triangle complicated. И теперь, когда я завершил этот треугольник. Because I've introduced the idea that these corners have a positive and a negative side. То есть я использовал идею о том, что в каждом углу заключается и положительное, и отрицательное. And this also applies to the game socially, externally. И когда эта игра проигрывается внешне, то есть открыто, в обществе, социально. So when you're dealing with people, which is the outside of the triangle. Когда вы общаетесь с людьми, которые находятся вне треугольника. The positive energy of the aggressor would be someone who's potent and powerful and a leader. Положительная энергия агрессора – это будет кто-то, кто является сильным, уверенным в себе лидером. And the positive rescuer would be someone who's helpful to other people. И положительный спасатель – это тот, кто помогает другим людям. But not in the game. If it's the positive side of the triangle, you're not in the game anymore. Но если мы используем положительные стороны этих ролей, то мы уже не находимся в игре. It's one of the ways out of the game is to switch the energy from the negative. The positive. Это и является выходом из игры, переключить энергию из негативной ее части в позитивную. And the positive victim energy is to be vulnerable and open with people. А положительная часть жертвы – это быть уязвимым и быть открытым с людьми. Now, if you don't think the triangle is complicated enough, wait till the next drawing. И если вам кажется, что треугольник еще не до конца разработан, то мы переходим к следующей картинке. But all this is in the name of good. Ну, все это как бы во благо. Because it gives you other choices on how to get out of the triangle. Потому что это дает вам больше и больше возможностей выхода из игры с треугольником. Well, look at this. I found some space inside the triangle to write something else. Здесь на этой диаграмме я выделил пространство в центре треугольника, чтобы что-то там изобразить. So this is where you learned all the games. This is your childhood triangle. Вот это треугольник вашего ребенка, то откуда начинаются все игры. So all the persecutor, rescuer, and victim roles you learned as a child. Все роли преследователя, спасателя и жертвы вы изучаете в детстве. They somehow connect to the games you're playing today. И они как-то связаны с теми играми, которые вы играете сегодня. Now I have three different kinds of connections between the family triangle and today's triangle. И я выделил три вида связи между семейным треугольником и нынешним треугольником. One of them is to draw the arrow with the points going both ways. Первое – это изобразить стрелку, указывающую в двух направлениях. I call that the protocol triangle.
Я называю это протокольным треугольником. Which is the word Eric Byrne used to describe what you learned as a child, how it becomes the pattern for later in life. Эрик Берн использовал это слово, чтобы обозначить, что то, что вы, чему вы научились в детстве, становится для вас образцом на всю вашу оставшуюся жизнь. Another is the arrow going outwards. Есть также стрелка, выходящая наверх. Which of course would be in all three triangles, all three corners. Которая может идти во все три угла треугольника. And that's the transference triangle. И это треугольник переноса. Where the transference pressures are always behind the scenes, trying to force themselves into your today's life. Перенос всегда происходит, он как бы навязывает себя и пытается произойти в нашей сегодняшней жизни. Now, because I keep working with the triangle and different kinds of lines, и я продолжаю разрабатывать разные виды линий в треугольнике. There's one other kind of line, and that's when the arrow goes from the present day into the past. И я выделяю еще одну линию, которая идет внутрь треугольника из прошлого в настоящее. And I call that the rubber bands triangle. Наоборот, из настоящего в прошлое. И я называю это резинкой, треугольником резинки. Using Eric Byrne's term, that something that happens today snaps you back into your memory. Я использую термин Эрика Берна, которым он обозначал ситуацию, когда что-то в настоящем времени возвращает вас в прошлое, происходит как бы скачок в прошлое. And you act as if you're back in your childhood. И вы ведете себя так, как будто вы вернулись в детство. I have one patient when he was about 8 or 9 years old. Один пациент, когда ему было 8 или 9 лет, his parents would go out and get drunk and leave him home alone at night. Часто испытывал такое переживание, что его родители уходили выпить и оставляли его одного, и он целую ночь проводил один запертый в доме. And he would lie there afraid, wondering if anyone was ever going to come and take care of him. И он лежал дома один в страхе, боясь за то, вообще вернется ли кто-нибудь из родителей и кто о нем позаботится. Or he would be afraid that he would always be alone. И он очень боялся навсегда остаться один. Recently he lost his job. Недавно он потерял работу. He can't stand to go home at night. И он не может находиться спокойно дома один. He has all those same feelings. Он испытывает все те же самые чувства. That he's all alone in the world and no one is there to take care of him. Что он один в целом мире и никто о нем в мире никогда не позаботится. Those are his exact words. Точно теми же словами он описывает свои чувства. That's the rubber band, that the current situation snaps you back to a script feeling. Это резинка, то есть нынешняя, теперешняя ситуация вернула его к первоначальным чувствам. Well, I got some more triangles. Let me just do one more. У меня есть еще много треугольников, но я... I got Freud in here somewhere. Здесь у меня включается Фрейд. This is the id. Это id. The unwanted victim of all these terrible impulses. Жертва всех этих ужасных импульсов. Now the rescuer is the ego. Спасателя мы можем обозначить как эго. The ego helps the id get all your energies expressed. Эго помогает id достичь выражения своей энергии. It's got all sorts of wonderful defense mechanisms. Это все наши прекрасные механизмы защиты. It's got all sorts of wonderful defense mechanisms that helps the id energy reach fulfillment. И все эти прекрасные защитные механизмы помогают нашей энергии реализоваться. Reaction formation. Формирование реакции. Substitution. Замены. But over here, guess what goes in this corner? В этом углу находится. Oh, the big bad super ego. Супер эго. So the triangle goes around this way. The id tries to get itself expressed. Здесь id старается реализовать себя, выразить себя. The ego can release some of it. Эго помогает этому и высвобождает часть этой энергии. But you got the persecutor, super ego, both attacking the ego and attacking the id. Супер эго, который атакует эго и id.
I could use the same diagram for biochemistry. Такую же диаграмму можно использовать для биохимии. Like the SSRI medicines. Для лекарств. The antidepressant medicines. Против депрессии. Антидепрессивные, антидепрессанты. Actually, this goes on inside the person. So I'm putting it inside the family triangle. Now, when I make ideas in TA, I try to make them all fun so that you can remember them. Я всегда стараюсь сделать свои концепции, свои идеи такими забавными и запоминающимися, чтобы вы легко могли их запомнить. Because Eric Byrne said the child is the most important part of the personality. Потому что Эрик Берн говорил, что самой важной частью личности является ребенок. And all the other ego states, the parent and adult, are set up to protect it. А все остальные состояния я, взрослый и родитель, существуют для того, чтобы защищать ребенка. He said, whenever you write something up in TA, и Эрик Берн говорил, все, что ты пишешь в TA, it has to be understandable by an 8-year-old child. Должно быть понятно 8-летнему ребенку. An MIT professor, а также профессору, and a Midwest farmer. Или фермеру на Среднем Западе. He also said, make 6 drafts or don't send it into him. И он говорил, что ко всему нужно сделать не менее 6 графиков. Anyway, back to the biochemistry triangle. Возвращаясь к биохимическому треугольнику. At the rescue corner is the resupply, keep supplying over and over again, the serotonin. В углу спасателя мы можем обозначить постоянный приток серотонина, постоянная поставка, постоянный приток серотонина. So the victim corner would be the receptor. Жертва – это рецептор. So be resupply, reception. То есть у нас есть поставка, рецепция, прием. So guess what has to be in the persecutor corner? Теперь догадайтесь, что будет в углу преследователя. In order for the body to stay in homeostasis. Чтобы тело было стабильным, был гомеостаз тела. It would be restriction. Тут будет ограничение. Ограничитель. It keeps the victim from absorbing too much or the rescue or the resupply from providing too much. Который не дает жертве потребить слишком много, а производителю произвести и поставить слишком много. So that's a dynamic system. Чтобы поддерживалась динамика, постоянная система. So I stayed with the triangle. И таким образом, оставаясь в рамках треугольника, and I kept developing new variations of it. И постоянно придумывая новые его вариации. Democratically, I write it up and put it out there. Я демократично очень разработал свою концепцию и выпустил ее в этот мир. And the people can decide whether they like it or they don't like it. И люди при этом могут сами решать, нравится ли им эта концепция или нет. So I supply the ideas. То есть я таким образом поставляю идеи. And I send them to the reader of the Transactional Analysis Journal. И посылаю их читателям, например, журнала транзактного анализа. But the persecutor is the editor. Но здесь преследователем является редактор. They try to decide which idea is going to be good and what goes into the journal. Который решает, какие идеи являются хорошими и какие войдут в журнал, а какие не войдут. And which one I should leave out. Какие нужно выбросить, вычеркнуть. And then the fights and the games begin. И тогда начинаются игры, ссоры, скандалы. Okay. Хорошо. So that's what I've been doing with the triangle. Я думаю, что это все, что я должен был сказать по треугольникам. My mother's side, so I can say the name of the persecutor, rescuer, and victim. Могу это делать, потому что по материнской линии я католик, поэтому часто делаю так. Во имя преследователя, жертвы, спасателя, жертвы. Аминь. Okay, do we have time for an exercise, or do we leave it there? Есть время на упражнение. We can set up.